Кассабеляус. 16 сентября. Вчера приехали вечером. В 7 вечера. О, дальнобойщик, который был в Коктебеле, тоже сюда приехал. С Воронежа общались. Сейчас пьем кофе. Наше место в прошлом году было вон там вот, где те люди. Правее от них. Но оно было занято. Но здесь тоже нормально. Вот палатку поставили. Все, сейчас он чайник на печке разогрел. Попьем кофе, пойдем на пляж. Потом сделаем овощную яичницу. Ой. Ну что, не выспалась? Шторм был вчера вечером. Сейчас посмотрим. Утром тоже были волны, да? Ну что, погода всякая бывает. Вон там, прямо возле моря поставил какую-то палатку. Кто как хочет. Ну так тепло на улице. Плюс 20 примерно. Еды много. Вчера взяли вина пути. Красного. Картошка осталась в Коктебеле еще. Пожарить хватит. Еще такая обычная. Так что вот так вот. Сейчас пойдем на пляж. Кассабеляус. Людей много. Там тоже вон люди. Вчера вечером приехали. Там вон палатках отдыхают.